В зале культурно-досугового центра сегодня нет свободных мест. Первоклашки и их родители съехались для того, чтобы показать, какой он самый классный первый класс. Среди участников гимназия, школы номер 1, 9, 2 с кадетскими классами, номер 15 имени Сергея Приминина и Галузинская. Перед учащимися стоит важная задача – продемонстрировать свои способности в пении, танцах и артистическом мастерстве на большой сцене перед многочисленными зрителями. Каждый год мы набираем большое количество первых классов, и прошлый год был не исключением. И мы видим, какие они активные, какие они творческие, как у них светятся глаза, когда они поддерживали раньше своего одного всего лишь кандидата. А сейчас у них есть уникальная возможность показать, насколько они вместе дружные, веселые, как они поддерживают друг друга, как они хотят выиграть этот конкурс. Свои конкурсные программы первоклассники представили в двух номинациях – визитная карточка и основное выступление. В музыкальной и творческой форме ребята должны были показать, что, несмотря на свой юный возраст, являются бесценной частичкой России. За каждым выступлением стоят творческие, талантливые, неравнодушные взрослые. Это педагоги и родители, которые придумывали, репетировали и сегодня с волнением следят за выступлениями своих подопечных. В этом году конкурс проходит в новом формате и себя представляет уже весь класс. Поэтому и конкурс называется «Самый классный первый класс». И поэтому для этого мы готовили визитку. Мы готовили видеоролик о своем классе и, конечно же, номер художественной самодеятельности. В визитке постарались отразить то, что мы любим родину свою, то, что мы ценим ее, как мы относимся к своему родному краю. И, конечно же, хотели показать, что мы, кадеты, это именно частица нашей страны, нашей России. Все ребята достойно представили свои выступления, но по традиции в любом конкурсе необходимо выбрать победителя. Места распределились следующим образом. Первое место поделили первоклассники гимназии и школы номер 2 с кадетскими классами. Второе у ребят из школы номер 9. Замыкает тройку лидеров школа номер 1. Оксана Митинева, Антон Карев, телеканал «Русский Север».